идет сбор вот таких вот листочков гинго-билоба. Гинго-билоба. Говорят, полезно. А вы не подскажете, это в чай, да? Ну да, вы в интернете. Так, в интернете посмотрели. Ну, да, написано, что можно сделать настойку на водке или на спирте. А можно просто высушить, измельчить вместо чая или вместе с чаем добавлять. Все собирают, я тоже смотрю. Там мы сами же видели. Морозник растет еще, вот кавказский морозник. Наверное, конечно, уже зеленым, но до него же зеленым не долезешь. Наверное, что-то все равно остается. Ну да. Все равно же написано, что это растение старше динозавров, сохранилось еще с тех времен, и в китайской медицине оно считается древом жизни. Там ему поклоняются, и оно обладает уникальными целебными свойствами. В основном там для кровообращения, предотвращает образование тромбов. Да, надо залезть в интернет. Спасибо за информацию. Еще его можно помыть, пересушить и на кофемолке, и потом в ложечку набирать и горяченьким, ну, так, не сильно горяченьким, но умеренно запивать. Mm-hmm. Вот, можно под чай. Вообще же его туда стоит. Эвалар продает препарат такой, mm-hmm. из него, прям так и называется. Вся продукция хорошая. Ага, вот они натуральная. Соберу, попробую. Мы же не знаем, как оздоравливаться. Все больные. Да, ходим только по аптекам, а там же все химия. Да еще неизвестно, чем нас травят. Да. А про натуральное уже все забыли. Раньше-то все к бабушкам ходили лечиться, а теперь по аптекам. Гинго-билоба. Говорят, полезно.